честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Рязанской области была организована всероссийская акция «Лес Победы», инициированная Федеральным агентством лесного хозяйства. Акция стартовала в четверг, 5 мая, автопробегом Касимов-Криуша, в котором приняли участие около 200 человек на 60 легковых автомобилях и двух военных БТР. Участники акции провезли копию Знамени Победы и флаги участников пробега. Всего в акции «Лес Победы» приняли участие более 300 человек. Это добровольцы из Касимовского, Клепиковского и Рыбновского муниципальных районов, представители органов государственной власти и местного самоуправления, школьники и студенты. Кроме этого, в акции приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Виктор Смирнов и бывший несовершеннолетний узник фашизма Алексей Перов. Участники акции заложили памятную аллею 71 саженца ели, ясеня и клена на лесном участке вдоль автодороги Криуша-Шахмино. Кроме этого, добровольцы посадят 20 тысяч штук сеянцев сосны обыкновенной на 5 гектарах. Я считаю, что это колоссальное значение имеет акция, которая уже второй год проводится в нашем регионе. Во-первых, люди собираются для того, чтобы вместе вспомнить наших воинов погибших. И мы поздравили сегодня ребят, которые принимают участие с праздником, с наступающим с Днем Победы. Но еще важно, что наша территория, она красивейшая, Рязанская земля, и поля, и леса. И вот сегодня каждый своими руками посадит дерево. И это действительно будет вот той бесценной памятью о наших дедах, о наших отцах, которые сделали все возможное в свое время, чтобы защитить нашу страну. И очень важно, чтобы вот эта ниточка памяти, она протянулась вот от того времени и дошла до молодого поколения, которые сегодня задумаются, вот для чего они сажают этот лес. И я считаю, что это огромное воспитательное значение. И, кроме всего прочего, это украшение нашего любимого края.